Добрый вечер. Как всегда, ровно 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. По понедельникам у нас «Археология Форбс» и мой соведущий сегодня главный редактор российского «Форбс» Елизавета Осетинская. Добрый вечер. Ну вот у нас какая-то такая традиция интересная складывается в программе, что вот уже который эфир мы говорим об угнетенных, о гонимых меньшинствах. Вот у нас были секс-меньшинства в прошлый раз, социологи вот у нас были тоже, да, которых сейчас оживают. Их тоже Ну, конечно, а да. Леваду. Леваду и вообще всякие, вся социологическая, независимая социологическая деятельность при помощи закона об иностранных агентах изживается. Кстати, это тоже, я думаю, одна из интересных тем для будущего эфира. Сегодня говорим о предпринимателях. Тем более, что вчера у нас 26 мая, такие, да, новые постсоветские святцы, был День предпринимателя. Да, Лиза Что воскресенье проф... само по себе специфи... специфически проф... очень. Профессиональный праздник. В Форбсе отмечали? В Форбсе вообще не все заметили. Не все заметили. Если честно. Что ж так? Но мы отметили э, праздник раньше, выходом, так сказать, списка ну 200 у вас, богатейших. У вас, да, особый, да, нас, ос, особый ну, вид да, предпринимателей. Мы задаем, мы задаем так, как это, те самые предприниматели, самые главные. Ну Просто да. они добились максимального успеха. Написано из большой буквы. Да. А, ну да, и отметила, собственно, наша дорогая власть, потому что 23 мая буквально накануне эти самые предприниматели встречались с Путиным. Ждали вот сейчас у нас как раз в новостях было, ждали, что будут замечательные новости об амнистии экономической. Сказано было, что амнистии не ждите скоро. Предложение сыры, закон сыроват, подождите до зимы, до Дня Конституции. Так у нас теперь называется, да, Юрьев день. А, вот, день ну, обычно амнистии же они происходят ко Дню Победы, к 60-летию Победы, еще к чему-нибудь. Ну, не знаю, ждать, наверное, Такое... столетия Победы России в Великой Отечественной войне Советского Союза. В общем, об этой теме, о, о том, ждать ли нам экономической амнистии и вообще о самочувствии бизнеса в современной в путинской России, говорим с нашим гостем. У нас в гостях председатель некоммерческого партнерства Бизнес-солидарность Яна Яковлева. Добрый вечер, Здравствуйте. Яна. Который вот как раз тоже. Этим самым всем праздникам написала колонку в Форбсе, о чем предприниматели должны говорить с президентом. Яна, вы отслеживали вот эту вот встречу, которая состоялась с Путина с предпринимателями? Там были какие-то прорывы? Прорывов. Конечно, не было. Все действовали по сценарию, видимо, заранее заготовленному, и только телезрители были не в курсе вопросов, которые обсуждались, похоже. Хотя все старательно делали вид, что идет какая-то дискуссия. Да, но вопрос, конечно, с амнистией оставил такое гнетущее ощущение и ответ, в частности, ответ президента, потому что, насколько я знаю, при подготовке вот этой темы, проекта амнистии, хотя проекта, собственно, не было, его никто не видел, и, и вообще его все обсуждали, и потом обсуждение это поставили в зависимости от ответа президента на встрече с предпринимателями. И вот президент должен был дать какое-то там добро, одобрить Наверное, все поэтому так прильнули к экранам, но президент начал листать книгу в этот момент, и вообще потом посмотрел в свою бумажку и сказал, что по амнистии сидя, по экономическим статьям есть формально осужденные по экономическим статьям, сидящие за. Производство, поставку компонентов оружия массового. Это, в общем, да. Как вы прекрасно говорите, осужденные, как все правильно, а вы, да, возбужденные дела возбужденные, да, да, дела возбужденные, люди осужденные. Да. Ну приходится да, выдевать. Да-да-да, я этих... понимаю, что вы как бы в те в те в теме здесь. Ну, а, а вообще откуда идет эта идея амнистии? Это вообще наследие Медведевской либерализации всего этого вегетарианского четырехлетия? Ну, у Медведева действительно тут нельзя отрицать, у него были как, позитивные изменения в законодательстве, которые он делал, это и запрет такой, как бы, вот 108 статьи, поправка 108 статьи УПК о запрете арестов предпринимателя, что существенно снизило количество заключенных в предварительных в СИЗО, и э, потом он, в общем, большой прорыв, он отменил статью ⁇ Контрабанда ⁇ если помните, когда каждый предприниматель за неправильно оформленную декларацию э, мог быть осужден на там, 7, не помню сколько 10 лет. И таких было масса, и их Кстати, много извините, вышло. Извините, поправлю. Вы знаете, что сегодня Госдума приняла во втором, то есть фактически в окончательном чтении, поправки к закону о незаконных финансовых операциях? Да, ну так это же было при Медведеве, а сейчас-то у нас не Медведев вовсе, поэтому все... Все это ввоз-вывоз валюты, все вот это, да. вот, все лучшие времена возвращаются. Да, там и закон проекта достаточно, уже почти закон, достаточно широкий, с широкими возможностями коррупционных таких ловушек и дыр, потому что он многое позволяет трактовать нашим правоприменителям, которые известны, как трактуют все против бизнеса. В общем, возвращаясь об амнистии, этот вопрос давно витал в воздухе среди экспертов и всех тех, кто говорит о бизнесе, пытается его защищать. Я думаю, что Борис Юрьевич тему эту тоже чувствовал, нерв этой темы, поэтому вопрос этот возник. А вот как пошло дальше, кто с кем разговаривал, в какой момент, и, и как пришли к этой сцене, э, сцене постановки в пустующих цехах за Воронежского завода, вот это, конечно, нам неизвестно, но у меня, конечно, полное ощущение, что это было заранее так спланировано. Вот для чего? Вот, кстати, я здесь хотела подхватить и высказать как бы, определенные сомнения с этой историей, сомнистий. Вообще, Борис Титов там, гу, примерно год назад стал мудсменом по предпринимательским делам, да, и, в общем, от него ждали какого-то большого такого какого -то яркого шага, потому что должность, она, вне, по сути, вне... Ну, так сказать, не процессуально. Процессу... Я хотел сказать, не конституционно, наверное, это слишком сильно. При да? президенте это вообще при президенте, да, он как Ну, это на, на самом деле никаким, никаким законом ничем не предусматривалась не такая, да. такая должность, такая роль. Такой и институт. Такой институт, бы. да, институт в виде одного человека. И, конечно, от него ждали каких-то таких, скажем я бы сказала, демонстративных шагов именно вызван, Которые бы продемонстрировали, что эта сторона есть, есть некая забота о предпринимателях, и нужны какие-то сильные ходы, как бы такие, действительно в яркого пиаровского свойства. Ну, тогда хорошо пропиарились. Секундочку, пропиарились. Вот теперь посмотрим, как на самом деле, что произошло. Меня удивляет, что Борис Титов ведь человек опытный, и в общем можно сказать, что опытный в бюрократическом смысле. Ведь такие встречи они не происходят спонтанно. И такие действия, как амнистия, они все об этом договариваются люди заранее. И есть колуарные процедуры, все прекрасно понимают, как это делается. И сбой произошел где-то на этом этапе, потому что он громко заявил о своем предложении. Очевидно, что оно должно было прозвучать, оно прозвучало, его широко обсуждали даже на государственных каналах. Была иллюзия дискуссии, Собственно, я научился. В таких да, я что -то в и заподозрила, числе. что здесь что-то не так. Когда меня позвали на часовой эфир вести ФМ, значит, я уже поняла, что что-то что не то. Ну, то есть санкция, санкция получена. А в результате что мы получили? Мы получили лексически смешение предпринимателей еще раз с, с этим самыми мошенниками, да. фальшивомонетчиками, и с прочими, и прочими клоунами, да, и прочими преступниками, да. И, а тема отложена. Ну, подождите, давайте там сырой и подождем, и срок назван. Ведь мы знаем, что совершенно смешные законопроекты проходят мгновенно, они дорабатываются в полтора месяца, в месяц, в три недели. А здесь, скажу, ну, давайте полгодика, там еще... Ну, и не каждый законопроект надо согласовывать с генпрокуратурой. Ну, то есть вот... Да, дальше мы создадим рабочую группу, в ней примет участие генпрокуратура, как люди, ответственные за амнистию, естественно. Вот, и я просто к чему говорю, что пиаровский эффект Получился прямо противоположный тому, на самом деле, что следовало бы ожидать от защитника предпринимателей. То есть бизнесменов на... еще раз публично унизили. По, по сути, с участием самого главного э, человека в государстве, который раздает сигналы. И, на мой взгляд, сигнал от этого скорее негативный, чем позитивный. Если вы услышали, Яна, что-то другое в, в этой истории? Нет, я как раз тоже, вот у меня такое же впечатление, что почему вот гнетущее впечатление от встречи, потому что, во-первых, после того, как президент поставил точку в дискуссии о том, что у вас тут все сыро, все как-то замолчали, и даже Борис Юрьевич, который был модератором, ну, по идее, он должен был сказать: так: ну, все-таки давайте об этом еще поговорим. А, давайте поговорим о жертвах коррупции, находящихся в данный момент в СИЗО, о жертвах рейдерских захватов, о том, что у нас есть вот такой вот случай. И мы не можем про него сказать, что он. А мы в своем центре разбирали там. То есть он... у него масса было чего сказать, что сказать, но почему-то вот все это повисло пауза И действительно, осталось ощущение, что опять предприниматели в очередной раз назвали преступниками Ж... машинами и, и прочими жуликами. И главное, что у меня больше всего, вот два момента. Первое, то, что все промолчали, а ведь за то, чтобы кто-то поднял голос, прослушал, продолжил дискуссию, может быть, кто-то присоединился бы. Ну, наверное, за это не посадили бы сразу в СИЗО и не отобрали бы бизнес. Ну, вот за то, что чуть-чуть был бы нарушен сценарий встречи. Это первое. А второе, что мне тоже не понравилось, то, что ведь люди действительно, ведь дискуссия разогревалась с целью, с какой-то целью. Мы просто надо ее немножко подумать, может быть, мы поймем. Но явно была какая-то цель. И вот это, это дошло уже до каждого сидящего, до каждого находящегося под следствием, для каждого находящегося в процессе экстрадиции откуда-нибудь там из-за границы. И все надеялись и ждали, и Сложная они все плюнули к нам. Конечно, надежды. они все плюнули да. к экранам, особенно те, которые незаконно посажены, они же вот ловят каждый, каждый звук на эту тему, надеясь на то, что про них вспомнят, про то, что государство поймет, что есть такая проблема. Хотя бы признает ее, что есть незаконно посаженные те, а сколько вы, вы а вот их оцениваете? У меня статистика, что за последние 4 года с 2009 по 2013 год 600 тысяч. Uh, было, так сказать, привлекалось. И 110 тысяч сейчас в тюрьме сидят осужденных по тысяч Это какая-то там... запредельная цифра, Нет, Нет, я имею в виду, uh, дел было. Вот. И в тюрьме сейчас 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 110 тысяч. Ну, как бы нет, такая цифра есть. Пока только одна, ту, которая объявляет uh, Титов вместе с Назаровым, который, вот, будучи депутатом, запрашивал в СИН, и в СИН ему ответил, что. А всего осужденных 110 там тысяч, 110 да, тысяч, по да. экономическим статьям, включая мошенничество. А из них 13 600 находятся в данный момент в тюрьмах. А. Вот. Ну тоже люди 13 Не, но тысяч. Даже более того. Речь а та... 600 вот или извини, 600 да. это была цифра, значит, что которая, когда ее делили вот эту всю цифру подвергавшихся всего уголовному преследованию. И да. вот когда вот эту цифру делили на количество предпринимателей в принципе, то получалось, что каждый шестой у нас подвергался, то есть не было осужден, когда, не бы, было ты ни было подвергался когда преследованию. бы ты Ну, за последние 10 да. лет подвергался да. уголовному преследованию. Да. Что это такое? АБСК, возбужденные дела э и так далее, и, так далее, и пр прочий пресс с, с откупом, с коррупцией, со всеми делами. Это похоже на... Это близко к действительности каждый шестой? Вот, по вашему. Ну, конечно, мастеркам. но я да. с людьми разговариваешь, нет да. ни одного человека, который бы не был в Теме, и Нет, который бы факт, не отбивался Конечно, от... это, это совершенно регулярная такая процедура, uh -huh. что ну там у тебя есть банк, могут прийти в этот банк по какому-то делу совершенно там. Оно вообще может не иметь к банку никакого, ну, очень косвенное Абсолют, отношение. Да. Там что-нибудь там поищут, оно может быть вообще на самом деле уголовным по чисто уголовной статье. Я имею в виду такой бытово уголовный, ну, то да. есть, там, я не Лишь знаю, бы зайти грабеж. Вот. Но зайдут, так сказать, документы на всякий случай и поищут повод для, так сказать, прицепиться да. и, по по, ну, так сказать, получения чего-то, чтобы была вообще тема для разговора. И с этим люди, более того, я знаю, эту, так сказать, эту тему довольно трудно вывести в публичное пространство, я имею в виду описать конкретные кейсы, скажем так, на страницах. Mm -hmm. Для этого нужна очень скрупулезная доказательная база, это довольно трудно. Но я хочу сказать, что на уровне обычных таких оф the рекорд разговорах с предпринимателями, я бы сказал, что они уже даже и не нервничают. Ну, то сказать, это такая рутинная деятельность, такая Часто же, как обычные, проверка да. СЭЗа или проверка пожарных. Но это что так же обычно, да. как президент в своем, в своем выступлении в Воронеже говорит о том, что у нас есть формально осужденные. По... Но на самом деле они формально осуждены, но сидят они, сделали не одно, а сидят по-другому. И это так же обычно, как мы, например, обсуждаем вообще это дело с президентом, а нужно это обсуждать по Конституции Государственной вообще, цитата, Думы. Цитата жуткая, я ее тут выписал. Вот он говорит о гражданах, которые осуждены формально по экономическим преступлениям, но степень их общественной опасности выходит далеко за рамки этих преступлений. Речь фактически, ну, по факту, идет о Навальном, типа. То есть говорится, что формально какой-то дается обсуждение, человеку дается какой-то приговор, но при этом, э, так сказать, его степень общественной опасности гораздо Знаешь, выше, и, подумала... собственно, за это он и сидит. Я подумала о другом. Вот удивительно, у кого что. Я подумала про Аль Капоне. Почему? Потому что мне показалось, что таким образом всех Разум сидящих записывает валькопоны. То есть мы знаем, что ну, они на самом деле намного да. более опасные. опасные люди. То есть, они на самом деле, так сказать, занимаются много десяти, десятилетий, занимаются поставками нелегального алкоголя, но взять мы их можем только за Ну, а я подумала о Ходорковском, про которого Путин многократно говорил, что он какие-то там убийства, трупы и что-то. Ну, просто сидит, он по экономике. Ну, так получилось. Удалось да. взять только за экономику. Ужасно, конечно. Напомню, наш телефон студийный. 65-10-99-6, код Москвы-495. Вопрос, который мы поставим вам всем. Нужна ли бизнесу амнистия? Вы слышали, было сейчас голосование по всей России. Вот только что в новостях 33% говорят, что да, нужна. 36% говорят, что нет, не нужна. Вот интересно знать ваше мнение. Роман. Добрый вечер. Здрасте. Роман, Москва. Спасибо, подняли настроение мне после работы. Я вот только приехал. Значит, вспоминается анекдот, всем известный. Вот такое хреновое у нас лето. Да? Значит, я к чему все это говорю? Понимаете, бизнесмен, насколько я понимаю, да, это человек, который заявляет, что я все свои проблемы решу сам. Я правильно понимаю? Ну это какой-то широкая деятельность широкая осуществляется трактовка. на свой страх и риск. В принципе это записано а на, в гражданском да, кодексе. А, а Совершенно верно, на свой страх и риск. Вот, значит, что я могу сказать? Я вообще госслужащий. Вот такие хрену у нас бизнесмены, кряхтят они, сидят они, будут кряхтеть и будут сидеть, понимаете? К сожалению или к счастью, мы не Соединенные Штаты, вот, и частные предпринимательства у нас, я думаю, сказать, потихонечку заканчивается. А как Останутся вот, Ром... госслужащие. Роман, как-то вот так, прям такими широкими мазками рисуете картины. Раз кряхтят, сидят, А если несправедливо сидят? Если кряхтят от несправедливого давления тех же самых чиновников? Несправедливое давление? Ну, что ж было, так пусть они решают свои проблемы сами, как они заявляют. Я решу свои проблемы сам. Занятие предпринимательской деятельностью неравносильное исключение гражданина из всего правового поля в России. Федерации а? В частности, не исключает право человека на образование, на медицинское обслуживание, на свободу. На справедливый То суд, да, например. Это не значит, что все права на свете, в природе, человек решит сам. А, он... да, да. Да, ради бога, у него ему оставлено право сейчас сидеть в тюрьме. Вот, собственно, вот он и сидит. А, Роман, а вы, право, в курсе, вы в курсе, как много сейчас государственных служащих оказывается за решеткой? И действительно очень много? А, ну что же, это, это издержки нашего производства. Ничего это не страшного. издержки, а, это а, новый ну, ну... класс новых угнетаемых. Я объясню почему. Потому что предприниматели уже закончились. И вот те акулы, которые натренировались на предпринимателях, они сейчас переориентировались. А кто является зубами этих акул? То есть кто будет нас... зубами есть? их является независимый суд и прокурор в Нижней нет, части. А их нет, тоже нет, сажают, нет. Роман, вы не понимаете? А не, а не, нет, вы неправильно поняли этот вопрос. А, собственно говоря, хозя сами акулы, которые будут поедать госаппарат, это кто? Ну как, силовые, силовые, силовые. Змея силовые, поедает агентства. свой хвост, Это слышали такое? Силовые, змея силовые, поедает силовые свой хвост. Понимаете, те же, те, же, те же следственный комитет, та же прокуратура, понимаете, как они приходили к чиновнику, точно так как подожди они приходили теперь, к бизнесмену, точно так же они придут к вам. Роман, дорогой, нам подожди нужно подожди, уже теперь, сейчас подожди. уходить, к сожалению, нам нужно сейчас уходить на перерыв, но вот такой интересный очень звонок, такой, так сказать, глаз, глаз, глаз госслужащего. Напомню, наш телефон 65 10 99 6. Нужна ли амнистия бизнеса? Вот Роман считает, что не нужна. Код Москвы 495. Звоните, а мы пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа Археология, Археология Forbes. Сегодня мой соведущий и главный редактор журнала Forbes Елизавета Осетинская, в гостях у нас председатель Коммерческого партнерства Бизнес Солидарность Яна Яковлева. Говорим мы об амнистии бизнесу. Ждать ли в России экономической амнистии, особенно в свете последней встречи Путина с предпринимателями, где не было, дано никаких обещаний, где все, собственно, было названо вся эта тема очень сырой, непроработанной. Так что, видимо, ждать нам до э, этих как там марта. — да? Но тут есть, на самом деле, хорошая одна новость, она произрастает, на мой взгляд, из, из плохой новости. Ну, если вы не согласны, поспорим. Э, плохая новость в том, что э, нет экономического роста, и э, этим раздражен и раздражен Путин лично, это видно по его реакциям, и это совсем не нравится ни экономическому блоку, ни всем остальным не должно нравиться, я имею в виду во власти, да, не говоря уже о людях, которые привыкли, на самом деле, привычка жить э, при, так сказать, высоких растущих ценах, при темпах роста, это вообще такая вещь хорошая. Требуется рост. Где его брать, совершенно непонятно. И из этой плохой новости произрастает хорошее, что это может подтолкнуть к тому, чтобы в людях стимулировать эту предпринимательскую деятельность. Все-таки через не хочу, через не могу, я бы сказал, потому что мне кажется, у нынешней власти есть некое не могу на на, на этот счет. Все-таки обратиться к этим людям, дать им позитивный сигнал и при, видимо, при... И, да, и, и видимо, и видимо из этого изначально вот инициатива Титовой произрастала, что видимо он все-таки как-то прощупывал почту, что вот эта тема должна как-то сыграть, вот не сыграла, что-то там сломалось где-то на каком-то этапе, мы не знаем просто что, нам знаний не хватает. Здесь, здесь, здесь две вещи. Вот я хочу мнение Яны по этому поводу спросить. Вот, да, вот Inside Путин. А внутри путинской головы есть э, вот это вот недоверие. Это не я, понятно, но мы можем как бы догадываться, да? Мы уже возвращаемся к старому советскому искусству чтения между строк, и правды. Вот, пытаясь декодировать сигналы власти, мне кажется, что у Путина очень сильная есть вот такая презумпция виновности бизнеса, как таковой. Да не вообще есть презумпция виновности. Но, презумпция да, как, да, как, да, как да. таковой, но... Экономический вот. рост-то нужно где-то брать. Нет, тут дело вообще не в амнистии. То есть, экономический рост с амнистией, ну, никак не связан. И вот эти все натяжки, это притянутые за уши, что амнистия поможет экономическому росту. Нет, она, естественно, косвенно, только как сигнал. Ну, сигнал. Люди, люди, люди ну Боятся, ну, чтобы был ваш коллега, Александр Чепуренко здесь тоже с корпусом был в эфир, он озвучивал совершенно чудовищные цифры о то, том, как у нас люди боятся идти в бизнес, боятся открывать э, дело, и как эта динамика ухудшилась за последние годы. Вот опять-таки сегодняшние законы в Госдуме о незаконных финансовых операциях. Сейчас вот этот налог новый на малый и средний бизнес для многих людей неподъемный, там сколько, 35 тысяч в год получается. Mm -hmm. Вот. И как-то вот это вот disincentives, да, вот эти вот негативные стимулы, отсутствие стимулов, оно фактически все вот это вот что плодородный слой это бизнес-среды. Общество, и... а, э, общество в России управляется сигналами. На самом деле, если вы вспомните, с 2001 года, как вот началось сигналы, одни, другие, третьи, там, с 2000-го. Кусинский, Березовский, сигналы, да, Но и так далее. Мы, мы же рассуждаем чисто теоретически, что нужно сделать. И тут сигналом явно не отделаешь. То есть ситуация настолько глубоко запущена, что сигналить уже, в общем-то, некому. Нужно что-то делать. Uh, и, и только вот не предприниматели остались, которые сидят и рассуждают, что, что нужно. А реальные предприниматели, они даже все это не слушают, потому что это все глубоко противно слушать. И, и амнистия здесь, она, я еще раз повторяю, что... Амнистия нужна для того, чтобы освободить мучающихся в данный момент людей в тюрьме, несправедливо и незаконно посажено. Вместе с ними, возможно, выйдут и э, те, кто что-то совершил. Но когда государство объявляет амнистию, она показывает то, что оно понимает, что в определенной политике у него произошел перегиб в данном случае в уголовной репрессии относительно целого класса людей, это предпринимателей. И второе, она показывает, что оно милосердно и готово прощать, и умеет, и это тоже очень важно и абсолютно нужно всем людям несмотря на мнение большинства, нужно это делать. Конечно, потому что мы... большинство мы... всегда жестокое, Смысла особенно наше российское. Да, в этом смысле. Это акт прощения. Вот поможет ли акт прощения инвестиционному климату? Ну хорошо, вот сидит предприниматель, который где-то, значит, собирается построить в России завод. Он сидит там, у него сзади что-то объявили амнистию, но сегодня он думает, как ему пробить разрешение э, с региональным чиновником, как ему там разрешение на, не знаю, электричество, дорогу. Тут ему еще детский сад навешивают, который ему нужно. Он все это считает, он понимает, что у него ни одно законодательство ни с чем не сходится, и плюс еще звонят, взятку вымогают за то, то, то и то. И и как ему в данный момент поможет амнистия? Никак не поможет, потому что ему поможет прозрачное четкое законодательство, ему поможет э, минимальное количество полномочий у региональных чиновников, е ему поможет законодательство, которое отвечает современным реалиям, которое простое, понятное, ему поможет независимый суд, который, он знает, что он четко обратится, если кто-то у него что-то попытается а а отобрать, и и вообще все это он должен слышать постоянно позитивные сигналы и позитивные действия от государства. Ну вот а, Яна а, здесь так, проблематизирует вот эту вещь, говорит, что амнистия она нужна из гуманитарных соображений нужна ли она из более да, гуманных гуманных гуманитарных да так в да, смысле так, такого ну, да. государства. Это, это а, вот а как думаете вы нужна ли амнистия бизнесу 65 10 99 и 6 код Москвы 495 нужна ли экономическая амнистия Александр на линии. Алло да — Добрый вечер. — Александр Москва. А, ну, знаете, мое мнение, что нужна по определенной цели. Вот, например, среди моих знакомых есть трое человек, которые осуждены или находятся по в следствием именно по экономическим статьям, при этом глобально ничего не нарушали. А, и, знаете как, если у приходит, он найдет за что докопаться. — Ну, конечно. Э — -э -э, Для этого и приходит. — Да, да и для этого и приходит. И, понимаете, как бы когда понятно, когда э, ну там, скажем так, доказываются, грубо говоря, да, до людей, у которых э, бизнес идет Завтра области, опять придет. Да, пытается в Московской области выращивать и там овощи, и фрукты, да, и э, кормить как бы население. А его вот таким образом, да, и так денег нет, не там, не трактора, он там бы предпочитал три трактора на, на эти деньги, поставил, Ну да. Бы, там лишних 100 гектар. Да а здесь да. Вот, ситуация. Да, печально это, как бы, основная проблема. Спасибо. Uh, общего... спасибо 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 собственно об Лиза. этих сигналах да. я говорю вот вы совершенно правы я с вами полностью согласна и насчет институтов и насчет судов и, и насчет таких ну в целомцион ну, тема да но это все известно понимаете но то что они приходят это это то это им позволено им дан сигнал, что приходить можно. Им, если, и, 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 и вот в этом смысле я имею в виду, что общество управляет сигналами. Конечно, теперь им один раз дали 500 тысяч, вы совершенно правы, они теперь 100%. будут снова туда приходить, потому что там уже же один раз дали. Если бы там Конечно. не дали, Свободная тогда касса, какой да. смысл? Но ну, если бы они там ну, растерзали бы тогда это, или, или бы им дали отпор, тогда бы они не пришли. Но мне кажется, что вся проблема именно в, в этих сигналах что вот это силовое давление, избыточное, и такой беспредел и трактовка законов как угодно. Ну, вообще это раз... Раз... Вот, вот, вот сейчас сигнал, который после этой встречи был дан четким силовикам. Именно. О том, Именно что этом мне не понравилось, первое, не ждите этом. сопротивления от бизнеса, он а, будет вот так же молчаливо покоряться, как это и было на встрече. И второе, Владимир Владимирович, приветствует а, ваш подход к бизнесу. И помните, еще был как-то Борис Юрьевич тоже заявил. Он вообще много делает громких таких, в общем-то, с одной стороны правильных заявлений, а с другой стороны, когда задумаешься, получается, что не совсем. То есть он сказал, что 42% предпринимателей работают в тени и поэтому надо им снизить налоги. И вроде как бы мы, с одной стороны, за то, что да, может быть, действительно надо снизить налоги, но вот эта фраза о том, что 42%... Он их как бы выдал. Да, это получается, что половину предпринимателей преступники, и просто недоработка правоохранительных органов происходит, и, их, и когда их всех сажают предприниматели, то это нормально, потому что, ну а что же вы хотели? Вам даже сам ваш омбудсмен говорит, что 42 процента работают в тени поэтому здесь вот такие сигналы они да конечно важны это опять-таки похоже на реальные цифры 42 процента в цене я не знаю где эти цифры были взяты Честно говоря, я, я знаю, что, вот, по крайней мере, там не знаю, как в регионах может быть проще работать где-то в тени, но я, честно говоря, ни разу никогда не встречался ни с одним предпринимателем, который работает в тени. Потому что все, кто что-то реально делает и продает, они прекрасно понимают, что нельзя иметь ни одной зацепки. То есть все давно уже обелились. Ну, да, Никто уже 13, никаких как. там помоечных Нет, ну, организаций это, ну, не, не имеет. Если только случайно какие-то, ну невозможно, когда у тебя все контрагенты, там всех проверить. Но это уже не в тренде. Потому что все прекрасно понимают, что стоит только чуть-чуть дать возможность зацепиться, сожрут полностью. А откуда же это вообще вот представление о таком, о криминальной составляющей бизнеса? Это все из 90-х идет? Может быть, за основу взят такой бизнес? Типа, значит, чиновник, у него брат или жена организовали при каком-то потоке тендера, бизнес, тендера бизнес, да. И вот они что-то создали ООО там какое-то. И вот такой бизнес на этих приближенных к административному ресурсу и так далее. Бизнес это или не бизнес, я не знаю. Я всегда считаю, что это не бизнес. Потому что бизнес, построенный на деятельность, построенный на близком знакомстве, который завтра, возможно, закончится, или чиновника уволит, или еще что-то. Ну... ну, разные бизнесы. Вот я тоже вспоминаю, как мы в другой программе говорили: что есть креативные разрушители, а есть крышеватели и решальщики. И вот у нас бизнес в основном сводится сейчас к крышевателям и решальщикам. Ну, собственно... вы знаете, я тут склонна говорить о том, что победители все все-таки не судят, да, то есть мы о многих, э, если там о списке Forbes говорить, мы о многих там, если начнем копаться в Ой, первом миллионе, да. понимаете, много интересного начнем, если найдем, если мы начнем копаться в э, приватизации, то вообще волосы встанут ну, на голове. Нет, над дыбом я не на об голове. этом. Нет. Но это же тоже в какой-то момент просто приватизация, в чем дело, да? А мне тоже Получили, да. тоже получили тем или иным способом, да, потом развили, вложили и так далее, да. А какой срок давности по вот этим вот по экономическим преступлениям? Ну по какая, Вот этому если по первому мы... миллиону по приватизации. Нет, приватизация если мошенничество... все там 10 лет все да, прошло что уже давно. 10 лет по мошенничеству в общем-то. То есть грубо говоря вот. по вот этим вот вещам к вашему списку из 200 из списка Forbes уже не придут. Нет, на самом деле, конечно, не так. Потому что вопрос прихода о, нас можно не поменять зависит любой. От срока давности. абсолютно не зависит можно поменять срок давности можно изменить закон под срок давности если у нас можно изменить срок, э, так сказать, на который выбирается президент если можно изменить срок на который выбирается дума если можно, так сказать, там два подряд потом один потом ну везде, да, еще да, два это, подряд о чем мы говорим это, это вопрос понятийных да. каких-то разговоров вот, вот слово понятие а главное что нет никакого резона на самом деле Меня эту практику, потому что тогда все находятся в зависимом положении. Нет резона проводить, нет мотивации проводить эту финальную амнистию, например, по приватизации, сказать, все, мы провели черту. Ну, конечно, это тот крючок, на котором все подвешены, конечно. и, собственно, Но, на, ну, на, даже на нем держится вся Путин, система. Путин понимает сейчас, если он сделает амнистию, ага, значит, что произойдет? Сразу пойдут недовольные силовики со словами, а вот этот? А как же вот тот? А мы же, вы же помните, вы нам говорили вот этого? А мы что живу теперь? То есть это он уже раз просчитал. Второе, люди выйдут и начнут. Они же сидят, кто-то у них эти активы отбирал, они же все знают, они же у них есть доказательства и они готовы отпарить. Они начнут в судах это пытаться отспаривать. И таких примеров уже сейчас масса, когда люди выходят и пытаются посадить тех, кто тех, их кто их сажал, да? тех, кто их сажал. А, а кому это надо вообще? Ну, вообще это масса людей, которые склонны сопротивляться. Ну, на, для, на, это такая упругая предприниматель, масса. Да, он предприниматель сопротивляться. Да. Это такая ус, упругое тело. Алексей, Алексей Козлов такой, да. Ну и многие другие, что называется. Многие да. другие. Они бы, они бы вот дали 500 тысяч, и может не сидели бы. И я потому что таких историй их масса ко мне приходили, и я не давал, потому что по, по многим причинам это просто противно им давать. Это первая причина. И а в качестве мести они были осуждены. Шесть пять, десять, девяносто девять шесть. Нужна ли бизнесу амнистия? Татьяна на линии. Добрый вечер. Здрасте. Я не один раз слышала, что пока Ходорковский. Если ему, э, находиться... радио, Татьяна, выключите, пожалуйста, у вас, чтобы не фонило. Да, да. М пока Ходорковский будет находиться в тюрьме, пока руководить будет Россией Путин, до тех пор никакой амнистии не будет. Почему? Потому что. Путин явля... обладает маниакальной жестокостью, патологической мстительностью, и никакой амнистии не ждите. Угу, Я понятно. Думаю, насчет ну, патологической спасибо. жестокости это как-то, наверное, нет, не жестокость, патологическая мстительность. Сказала да, Татьяна. но почему — патологи... Нет, жестокость тоже сказал. Но почему она патологическая? — Жестокость ну, мы она не знаю. как Мы в какую-то область. Такую... — Здесь психология, мне кажется, неуместна, а да, все-таки должны согласна. большую но, роль но, играть институты, но которые, которые молчат. — Слушайте, например, привязка вот к Ходорковскому, обеду. она, мне кажется, вполне уместна, но потому это что эта теория... амнистия, она, собственно, под нее Михаил Борисович попадает. — И как он под нее не попадает? Там же обсуждали про... — Нет, там экономически 160-я статья растрата у него и легализация, Они все в проекте есть. Да, но там же вопрос ущерба. Имеют Опа, право вот только с ущербом те, интересная тема. Значит, в рамках вот той темы, которую затронули, что идет в последнее время закручивание и ужесточение. Сейчас в Думе тоже внесен, по-моему, уже в первом чтении принят законопроект небезвестного депутата Яровой друга всех людей, самой доброй женщины на свете. Значит, она предлагает защищать права потерпевших следующим образом. То есть, чтобы удо не давали до тех пор, пока не выплачен ущерб. Ну, там такая формулировка вред, потому что ну, вред более широкое понятие. Туда можно все впихнуть. Нормальный вред. Да, у нас любят правоприменители, любят широкие маски. Не конкретные, а широкие. И вот предполагается такая вещь, что предпринимателя, поскольку ущерб наносит, как правило, предприниматель, пока он его не погасил, он выйти не может. Вопрос такой, а как человек, находящийся в условиях заключения, будет гасить эти миллионные а, ущербы, которые ему предъявлены? А если гасить их некому, когда нет потерпевшего, как в многих известных случаях? Тогда конфискация и как вообще И как вообще этот а, ущерб был доказан? И дальше мы начинаем, когда влезать в обвинение. Вот, Предпринимателей, осужденных по 150 этой статьи мошенничества, мы понимаем. Вот типичный пример дела Навального. Опять же, очень хорошо, что он очень широко обсуждается, поскольку все могут понять, как происходит у нас правосудие. Вот у него 16 миллионов сделка. Так вот, в вину ему вменяется хищение всех 16 миллионов, несмотря на то, что он закупил на них. Э -э 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 -э. Даже не он, а то предприятие, а не маржи. Да? А, не маржи. а он закупил. То есть себестоимость Всей в нашем правоприменении, сделки, да, да. она не, не считается. То есть судьи закрывают глаза на то, что эти деньги были из на закупку этого да, самого да. леса. Ну, вы хотя бы обвините его а в этой не, это самое, прибыли. Не, не было не так хорошо. им нужно тот, особо крупный размер. Соболь вот. сидела, Дальше Любовь Соболь, и на... говорит, ну что миллион, прибыль миллион. Ну что, это не серьезно человеку вообще по телевизору говорить, так миллион ли... в месяц. А тут а же... 16 миллионов. Это есть вопрос... о чем сказать на Первом канале это вопрос не не такой вот как это статьи а, да это вопрос а, общей тенденции а, правоприменения это в пленуме верховного суда так написано это сам лебедев а, так установил это они не сами придумали Напомню, что в гостях у нас председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Мы вернемся после перерыва. Добрый вечер. В эфире программа «Археология». Говорим сегодня об амнистии бизнесу. В гостях у нас председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Моя соведущая сегодня главный редактор журнала Forbes Елизавета Осетинская. А меня, если кто забыл, зовут Сергей Медведев. Давайте мы проголосуем. Вот посмотрим, как аудитория Финам ФМ соотносится с общероссийской аудиторией. Потому что напомню, что в новостях у нас часа были такие цифры, что 33% считают, что нужна амнистия бизнесу, экономическую, экономическая амнистия. 36% считают, что не нужна. 33 за, 36 против. Давайте мы проголосуем. 5533. Пришлите смс на номер 5533 с буквой А, если вы считаете, что нужна экономическая амнистия, и с буквой Б, если вы считаете, что не нужна экономическая амнистия. 5533. Телефон наш студийный 65 10 99 6. Код Москвы 495. Нужна ли бизнес-амнистия? Мы продолжаем наш разговор с нашими гостями. Яна, я вот хотел спросить, а, собственно, как будут решать, кто из бизнесменов достоин амнистии, да, как будут делить вот эти вот различные виды, виды как, Какие скажем, отличать, отличать общеуголовное мошенничество от экономического ну, и вот так далее? Ну, вот в этом весь трюк «смотрите за руками» называется. То есть теоретически речь идет о том, что нужно в проект постановления об амнистии вставить определение предпринимательской деятельности. И тогда исполнители амнистии, то есть начальники колонии, там, следователи, если дело в производстве, или те, кто условно осужден, там у них комиссии какие-то, значит, они должны будут, глядя на это постановление об амнистии, сразу определить, кто перед ними находится. И исход их решения, в принципе, можно предугадать легко, потому что Предприниматели, определить, что он предприниматель, они наверняка не смогут. А, дальше речь идет о том, что а, нужно обязательно отделить от предпринимателей, ну, помимо просто преступников, тех, кто имел дело с государственными деньгами и их как бы похитил, ну или похитил, а, то их вообще нельзя выпускать. Тоже как-то должен начальник колонии, глядя на, на постановление президента, определить, имел он дело с государственными деньгами или не имел. И дальше тысячи вопросов. А если имел, то на сколько? А что считается государственной собственностью? А если было частично? А почему в приговоре вообще должно быть об этом сказано? А если приговор толстый и 50 или 1000 листов, как его а, прочитать? В общем... Любой фильтр, на мой взгляд, он, конечно, нивелирует любую идею амнистии. И... То есть она должна быть полной, тотальной, Она должна всех быть сразу. Да, да, то есть, ну, всех по определенным статьям или выбрать какой-то четкий сроком, критерий. я не знаю, там есть как... как... Год рождения, я не, не знаю, знаю, выпустить... Да. Ну, как всех... это обычно происходит, собственно, с амнистией? Четкий, по уголовным, четкие по общим критерии. Да, все вообще... 26-го года рождения Например, налево. Да, да. выходите. Тренд, тренд с амнистией у нас очень такой сомнительный. Предпоследняя была под День Победы 2005 года, такая более массовая. Помните, в 2010 была история, что хотели чуть не 100 тысяч человек, и в результате там болтали-болтали, и 200 человек получили амнистию 9 мая 2010 года. И то хорошо, хоть кто-то вышел. И то хорошо, конечно. Но лучше сделать, чем не сделать. Хоть 200 человек. Так что российский недавний опыт с амнистией достаточно такой, непростой. А с помилованием. Тоже тренд. Мне кажется, хорошая новость в этом, во всем, что мы об этом говорим. И мы понимаем эту проблему, мы ее обсуждаем. А из слова рождается дело. Рано или поздно. Мы чего-нибудь мы, мы добьемся того, что будет э, амнистия, и будут признаны, что э, жертвы, репресс, жертвы значит, э, коррупции находятся незаконно в тюрьме, и так далее. То есть, хорошо, что мы об этом говорим. Мы говорим, а вы голосуете. Напомню, что идет голосование на у нас на финам пять пять три три. Пришлите Смс на номер пять пять три три с буквой А, если вы считаете, что нужна экономическая амнистия, и с буквой Б, если вы считаете, что амнистия не нужна. 5533. И телефон наш, можете позвонить нам и высказаться по этому поводу. Нужна ли амнистия бизнесу? 65 10 99 6. Код Москвы 495. Яна, а я не поняла, вот причина вашего последнего э, оптимизма, вот в последние буквально минуты, она в чем выражена? Потому что до этого вы как-то не звучали так оптимистично. Нет, я оптимистична с точки с зрения местами, общества, даже потому mm. что когда мы обсуждаем, вот мы с вами сидим и обсуждаем то, что не все предприниматели преступники. Мы, мы говорим о том, что странно, правда? Да, нет, но а кому-то это может странно показаться, потому что когда человек включает федеральный канал, он слышит совершенно другой тренд, что сосиски все некачественные, потому что это предприниматели намухлевали, и ничего другого он не слышит. Поэтому ну, нам, мы можем об этом поговорить с точки зрения позитива, да, что мы можем рассказать эти истории, мы можем поговорить о том, как нужно сделать. И мы здесь в данный момент выступаем как эксперты. Вы знаете, я вот сейчас еще о чем хочу поговорить ну, а, вообще место бизнеса в системе власти, в системе отношений власти и общества а, в России. Вот а, мне кажется, последняя встреча показала путинское с путинская, предпринимателя о том, что он не рассматривает бизнес как некую систему институтов, как некую среду, да, которая, скажем, вот, создала в свое время европейское общество, да, вот там писали, на чем стоит европейское общество на доверии к купцу, к бизнесмену, который является каким-то, так сказать, таким куратором общества, да, и который является противовесом королевской власти. А у нас, это, вот как Путин понимает, это одна из корпораций, которая встроена в вертикаль. Вот есть бюджетники, есть силовики, а есть бизнес. И он такой, значит, верховный арбистр сидит и разрыли, разруливает между ними. Дать много бизнесу, силовики обидятся дать, так сказать, опять-таки там, обидеться бюджетники. И вот, так сказать, он воспринимает это просто как одну из вертикальных корпораций, которые привязаны системой приводных ремней, приводных ремней, и вот он должен разруливать. Ну, Будин рассуждает мега цифрами. Он не рассуждает цифрами челноков и ларечников. Он общается с другими предпринимателями. И для него вот эти все проблемы, это как клиент мешает работе. <laughs> То есть... Вы знаете, мне кажется, здесь немного в другом истории, она более э, грустная, к сожалению. Вы знаете, где-то примерно год назад мы разговаривали об этом с Потанином в открытой такой дискуссии. У нас вышло с ним интервью, где он как раз говорит, говорил о том, что исчезла обратная связь с властью. То есть, если раньше можно было собраться, что-то обсудить. Uh, и получить какой-то результат, да, какой -то какой -то. результат какие-то вводные, Реакции, не в смысле да. э, такого грубого лоббирования, а просто обсуждения каких-то вещей, то, в общем, вот к 2012 году этот процесс совершенно затормозился. Видимо, сейчас он еще больше ухудшился, ситуация еще больше ухудшилась. Почему, как мне кажется? Мне кажется, что вся, э, вся история в электоральном ресурсе этой массы бизнесменов. Мне кажется, что Путин в, в электоральном смысле махнул на этих людей рукой. Потому что э, с ними договариваться довольно сложно. И, и нет такой гарантии. Потому что, так сказать, это люди достаточно самостоятельные, и, и их предсказуемость не очевидна. А, как они себя поведут на выборах, непонятно. Значительно проще ему договариваться с госслужащим Романом, потому что здесь есть прямой канал. Открыл задвижку дал денег, так сказать, получил скорее. Да, Это люди заработать. более управляемые. Так он хочет, наверное, чтобы бизнесмены стали такой же корпорацией, как и госслужащие. Невозможно открыл, закрыл, бизнесменом... ну, можно... Нет, ну, ну, я и пытаюсь понять логику у силовиков. Нет, и, сказать, я думаю, что логика Путина, которые... логика в том, что он меньше сл... воспринимает, улавливает сигналы оттуда. Он, так сказать, он думает, что в принципе без этого можно обойтись. До какой-то степени. Я через налоги, через нефтяной трансфер, через конечно, газовый трансфер, И через другие изыму, потоки, да. Изыму большую часть денег. То есть, вот эта сырьевая экономика, она на самом деле очень работает на него. То есть, вот это пресловутое снятие сырьевой иглы, которую мы вербально все время, на которой мы молимся, да, на самом деле оно не произойдет. До тех пор, пока ситуация электоральная будет такой. Потому... Ну и плюс еще мне кажется, что когда появляется класс независимых собственников, так рождается демократия. И это ему совершенно не нужно, потому что как Абсолютно. только появляется один независимый собственник, он сразу. Он не может один появиться. Они конечно, либо есть, либо класс. нет. Это класс. Это класс и, он, это и, и Если люди понимают, что возможно получить независимую собственность, сохранить ее и передать детям, они начинают множиться и размножаться, и расцветать. А это совершенная угроза вот такого рода власти. В этом смысле, кстати, как ни странно, крупный бизнес более удобен. Потому что крупный бизнес ну, можно видно, мало, и он да. по штукам. Даже если да. их 200... Вот берут ваш список. Ну, ну, ну наш список. На самом деле, если ну, вы посмотрите на конечно, парламент, если вы посмотрите там, на парламент на, на в широком смысле, конечно, там, ну о чем мы говорим, там половины минимум есть. Ну еще заметили, и, что там, происходит, э, извини, за да, это да, да. Э, негативный отбор происходит. И я даже сравниваю ту думу с этой думой и думаешь, господи, я так дума еще была интеллектуальной и нормальной, а конечно, эта дума так же вообще есть. кошмар. То есть идет негативный отбор постоянно. И этот процесс он тоже подбирается. Там же тоже мы смотрим, назначает всех одних, ну как Фурсенко на Сколково. Ну, это же самый главный инноватор в России. Уже образование у нас инновационное по полной программе, да. То есть, вот самое инновационное образование. Теперь, значит, с осколково то же самое, что с образованием. Ну да, такое хоть и вот такой То есть, крутим, отбор, крутим, пальцы выкидываем, политики, а все те же получаются. В политике и в бизнесе. Последний раз хочу напомнить наш вопрос: Нужна ли амнистия бизнесу? 55-55-5-5-3-3 с буквой А, если вы считаете, что нужна. СМС на номер 5533 э, с буквой Б, если считаете, не нужна. А нужна, Б не нужна. И телефон на 6510996. Ну, нужна ли амнистия бизнеса? <laughs> огорчили окончательно. Мы слушатели ли а они? <laughs> Мы слушатели, огорчили, мне кажется. Ну, я думаю, что слушатели наши в теме достаточно, и сами они этим всем достаточно тесно занимаются и прекрасно понимают о том, в какой степени виновен или не виновен бизнес. А знаете, вот в этих бизнес-обвинениях по экономическим делам, конечно, совершенно фантастический язык. Да, вот был люди читали анализ обвинительного заключения по делу Ходорковского. Там просто описывается нормальная бизнес-транзакция. Человек купил, Отдал. Но просто приписываются вот такие водные фразы: Имея преступный умысел, да, он даст так, так, с. Больше... Сговорис... А, им нужно было найти место совершения преступления. но это не про Ходорковскую, это в принципе да, да. обычный штамп. Но нужно да. было найти место совершения преступления, и они сняли офис. А я читал такое обвинительное заключение. Значит, в этом офисе директор, который уже задумал преступление, пригласил главного бухгалтера и поделился с ней преступным замыслом. Он ей сказал, что ты должна быть бухгалтером, и мы вместе будем совершать преступление. Да, То лингвистический такое и потом, для того, чтобы лучше совершать, чтобы преступление качественно совершить и совершить и прикрыть следы, он отправил бухгалтера на курсы совершенствования квалификации. Ну да, я у вас тоже читал в вашей колонке как эта традиционная фраза «в неустановленном месте, в, месте, в, неустановленное, в неустановленное время, время незаконно призвоил торговую наценку». Да, и неизвестно, куда ее дел. Потому что, кстати, это не, это не так смешно. Если бы они доказывали, куда произошло хищение сейчас неправильно сказала, то есть не никуда, а ну, да, то есть где спрятаны, тогда бы они увидели, что нигде не спрятаны, и именно поэтому они не доказывают они на счетах в, обо... они в, сказать, на счетах, в, обороте. в обороте купили оборудование, продали оборудование, то есть они не доказывают э, место хищения и это и тоже штучка. без такие. наличия и то же самое так сказать, что без наличия пострадавших это же тоже формулировка без наличия у, пострадавших. У, у меня есть вопрос, но он, я сразу выскажу некие ограничения. Вот я понимаю, что есть соблазн сказать про независимый суд, про институты и так далее. Я не буду об этом говорить, но Вы не говорите, потому что, понимаете, как я, я, мы с вами согласны, но от, от этого толку -то какой. Все-таки вы в практическом смысле, вы видите какое-то решение хотя бы по амнистии? К концу года что нужно делать, чтобы она произошла? Вы же с Титовым знакомы, наверное, стоило бы его как-нибудь позвать в эту студию да. и, собственно, расспросить. Мы можем этим заняться и расспросить, собственно, а, и об этом, и о многом другом, какой у него план. Но вы видите, какой-то при всем этом настрое, при том, что вам никто не пообещает независимый суд, качественный? Понятно, институт, понятно, да. А, выход... кон конкретно этот вопрос. Конкретно с предпринимательской амнистией. Ну, я считаю, что благодаря а, вот если будет. Я, я думаю, что на, на самом деле, наверное, амнистия будет объявлена какая-то. А, вот вопрос этого фильтра. Но благодаря этому постановлению появится в законодательстве какое-то определение предпринимательской деятельности. Какие-то предприниматели, которые сейчас доказывают то, то, что они предприниматели, и то, что они должны быть осуждены не по старому составу, а по новому возможно, получат шанс воспользоваться этим э, постановлением, этим определением и э, доказать свою там, невиновность или снизить сроки, выйти раньше. То есть все равно, конечно, какая-то польза, кроме если даже, даже если Васильева освободится, может быть, и то хорошо. Ну, наверное, нет. То есть главное, что, а, кто-то выйдет, и, б, какой-то тренд будет заложен. Ну, то есть, ну, очевидно совершенно, что это не, не коснется, думаю, основных фигурантов, ни Ходорковского, ни Навального, ни... Вот сейчас тоже, кстати, интересно, что по экономическим же статьям, там, Браудеру предъявление, ä, ну, да, Браудеру предъявляют объявление. Интерпол отказался. Интерпол отказался, там Пушков э, уже навел, навел, с... так сказать, <свят> волну, волну, да. А тут, оказывается, запроса МИДа в Интерпол не был. Но неважно. Вот Браудеры пытаются притащить козлов. То есть все, все, все резонансные дела, я думаю, они останутся... Ну, даже не прежними. то, что резонанс. А те дела, где э, силовики наблюдают за э, сидельцами, где они четко знают, э, почему этот человек должен находиться в тюрьме, и как правило, они отслеживают и прослеживают до самого звонка таких э, сидельцев. Ну, а вот само это определение предпринимательской деятельности это необходимая вещь вот в, в, при нынешней ситуации Да, с ну, правоприменением? Вот именно что при нынешней, потому что в нормальном, нормальной ситуации нельзя представить, что нужно давать определение предпринимательской деятельности для цели уголовного правосудия. То, что судья, что не может определить, был это бизнес или не был это, не был это бизнес. Это же элементарно. Есть ННН значит, бизнес, нет ННН. Ну, ну то есть масса таких критериев, которые не обязательно. Но поскольку у нас все возведено уже в степень абсурда, а здравый смысл не работает и отсутствует, то в рамках вот, этого, вот этой постановки театра абсурда мы должны пытаться вписывать очевидные понятия в а, уголовный кодекс. Потому что сейчас а, судьи говорят, что это не предприниматель. А тогда будет определение, и они не смогут этого сказать. Ну, конечно, они еще что-то найдут, какую-то заковыку. Но это уже очевидное благо от этой возможной... Ну, как бы законодательное, mm. да. Ну вот я думаю, здесь наш гость сегодняшний, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, такие ключевые слова сказала, что, собственно, в абсурдной этой ситуации нам все равно надо пытаться искать какие-то юридические аргументы и пытаться спасти бизнес, то, что от него сейчас остается. Наше голосование я останавливаю, и у нас такие проценты, что 85% считают, что необходима амнистия бизнесу, 15% против. Сравним с Россией, 33% за, 36% против. Ну, собственно, кто бы сомневался бы. Мы истории. не в Финам, 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 ФИНАМ ФМ. <с ну <с что ж, нам нужна амнистия бизнесу, но еще больше нужна свободная среда для, для, без рейдеров в чиновничьих или в силовых погонах. Нужен независимый суд. Слушайте программу Археология. Это была ФИНАМ ФМ. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.